прям в Торонто, в середине небоскребов, возле озера течет речка, озеро впадает. Здесь такие маленький лебеденыш с родителями. Вот он серенький. А, вот пошел, поплыл. Поплыл. Он знает, что его снимают и позирует. Наверное. Уточек много здесь. И два лебедя со своим ребеночком. Когда-то мы видели раньше пару лебедей, у них было 5 или 6 детенышей. А здесь что-то один. Наверное, что-то не так пошло в этом году. Один-одинешенек. Говорят, гадкий утенок. Не гадкий. Он красивый, симпатичный. Будущий лебедь.